Говорят, возле мертвого города стали пропадать люди. Опасное место. Друг, держись от него подальше. Слыхал, пустоши уже не так опасны благодаря тебе. Ты молодец. Спасибо. Привет, странник. Ты здесь, видно, новенький. Поможешь человеку, убитому горем? Моя жена больна, и я готовлю для нее особое зелье. Не хватает одной вещи – свежего ночного цвета. Я и минуты не продержусь в пустоши, но ты мне кажется, на это способен. Говорят, он растет на болоте безумного Джо. Сможешь туда добраться? Странник, мы с женой в вечном долгу перед тобой. Вот мой рецепт. Приготовь все правильно, и будешь здоров, как никогда. Должность мэра возлагает на меня ответственность за свободную торговлю в городе. К сожалению, я получаю сообщение о раздувании... Молодец. Вот твоя награда. До скорой встречи, надеюсь. Очисти дороги. Уничтожишь машину бандита, я заплачу. Очисти дороги. Уничтожишь машину... Come on, Sarah. If I knew anything, anything about the Scorchers, I would have told you already. Clive, you're making this worse. Just tell me what they're up to. I really don't see why it's necessary to keep this up. I mean, honestly, if I were withholding information, do you really think I'd risk this? How many drinks can I serve with only one hand or one foot? Or worse, come on, Sarah, cut it out. No, don't worry about Clive around. Over there. We'll talk. He used to be a Scorcher. Come on, please. Couldn't cut it. Now he has to hide out here to dodge his old crew. Anyway, you look like you've been through hell. What did you find at the refinery? Firestorm is a flying gunship, and Slick is fuel? If they're close to getting this off the ground, no one will be safe, not even in Wellspring. Time's up, Clive! Wait, wait! I can get you into their base! And why should I believe you? If I know the Scorchers, they'll kill everybody. Including me. So how do I shut it down? Oh no! If they find out that I helped you, then there ain't nothing in Wellspring that'll keep me safe. Next to them, you're just a bully. A hot bully. Ugh, fine. What's it gonna take? Just get me out of the wasteland. As far from the Scorchers as possible. Please, you can't be serious. I need my own ship to get you that far. Look, I'm screwed either way. Find me a way out or deal with Firestorm on your own. I suggest you talk to J.K. Styles about his latest promotion. I hear Oasis is beautiful this time of year. We don't have much choice. We need Clive's help if we're gonna do this. I'll keep an eye on him here. You get a ticket from Styles. If you have trouble getting into Bash TV, talk to the race promoter in town. You need to get over to Bash TV and win the Paradise Challenge.
How about a game of chance? The game is short and sweet, just like me. Place bets on any of your lucky numbers and spin the wheel. Thanks for playing. Внимание, жители источника! Рад объявить о заключении торгового соглашения с городом Ствол на юге. Этот торговый путь очень выгоден для нас, и он позволит торговать с территориями, которые до сих пор считались опасными. Помните, совместная работа приносит выгоду каждому жителю и укрепляет наш город. Благодарю. Посмотришь на мои товары? Все самое лучшее. Приятно иметь с тобой дело. Поторгуем. Доброго дня.
там ствол на юге. Этот торговый путь... Слыхал, Старки лучший гонщик в городе? Спорим, ты хочешь бросить ему вызов? В пустошах правят бандиты. Давно уже пора платить за охрану им, а не головорезам правительства. Поздравляю с победой. Слыхал о филтрите? Редчайшая штука в пустоши. Вроде бы он принесен астероидом. Не знаю, так ли это, но если найдешь филтрит, сможешь выгодно его продать. Добрый день. Спасибо тебе. Наши дороги стали куда безопаснее. Служба доставки ищет новых водителей. Доброго тебе дня. Меня зовут Стэнли, а это служба доставки Стэнли Экспресс. Мой девиз: если Стэнли не доставит, никто не доставит. Но мне нужны водители. Видишь ли, я потерял нескольких недавно. Работа очень простая. Берешь груз и едешь. Только ехать надо быстро. Людям дорога ложка к обеду, так? Так вот, доставишь груз вовремя, я хорошо заплачу. Опоздаешь — извини, не получишь ничего. Это ведь экспресс Стэнли, а не товарняк Стэнли. Хочешь заработать? Говорят, старик Джо что-то выращивает на болотах. Особенные растения. Слыхал, они очень мощные, если знать, как смешивать. Едешь на север? Будь осторожен в районе мертвого города. Что-то недоброе творится там за стеной. Просто прислушайся, когда будешь рядом. Ты вернулся? Хорошо. Есть проблема, и я думаю, что тебе она по зубам. Но твой крошечный багги не для севера. Боюсь, тебе придется найти что-то помощнее. Тебе реально нужно заполучить Куприна. Мне надо отвезти припасы на север. Возвращайся с хорошей тачкой, ладно? Самый легкий способ получить Куприна – выиграть его. Джеки Викс – вот кто поставит тебя на нужный заезд. Как дела с автогонками? Припасы сами себя не доставят на место.
У меня есть новые посылки. Удачи! И помни, время – деньги. У меня есть новые посылки. Не лихач!
Здравствуй. Для нас, и он позволит торговать с территориями, которые до сих пор считались опасными. Помните, совместная работа приносит выгоду каждому жителю и укрепляет наш город. Здравствуй. Внимание! Спонсорская пыльная 8 открыта! Всеми любимое событие! Хочешь автомобиль покруче? Тогда спонсорская пыльная 8 то, что тебе нужно. На ней местные лидеры индустрии показывают товар лицом. Тут тебе и гонки, и реклама, все довольны. Если хочешь участвовать, тогда лучше найди себе спонсора. Крутым гонщиком крутые тачки. Ходят слухи, парню из того шоу «Убей мутанта» или как его там, требуется водитель. Если хочешь, поговори с ним. Ты найдешь эту обитель ужасов на Южной магистрали. Ищи знак с его лицом. Привет. Здравствуй, друг. Рад, что ты здесь. Твои силы пригодятся. Нужно решить небольшую проблему на севере. Бандиты раскапывают кратер на севере. Ходят слухи, что они получают чистый фелтрит. А в их руках он очень опасен. Съезди и посмотри, что там такое творится. И что бы они ни делали, привези образец. Дорога длинная и идет через адски опасные места. Так что сначала как следует запасись боеприпасами.